Каждый из нас в глубине души питает страх и ужас. Я просто человек, сидящий в углу с камерой. Наблюдатель. Мистер Хичкок, вы самый известный режиссер в киноиндустрии, но вам уже 60. Не пора ли покинуть лидирующие позиции? Ты меня убиваешь, я покрываюсь волдырями, лишь взглянув на тебя. Этот сумасброд ищет себе новый проект. Мне нужно что-то новое. Что-то другое. Это был нож, который спустя мгновение оборвал ее крик, отрезав голову. Очаровательная Дорис Дэй сделает из этого отличный мюзикл. Добрый день. Эту книгу «Психа» я нашел чрезвычайно увлекательной. Она ляжет в основу вашего следующего фильма? Да, мэм. Попробуйте, кстати, сэндвичи. Пальчики оближешь. Осенью. Никто не уважает имя Хичкока более чем Парамаунт. Но даже талантливейший человек может поставить в забеге не на ту лошадь. Это следующий фильм мистера Хичкока. Хорошо. Вы вложите деньги. Кто тогда возглавит проект? Нам придется продать весь дом или только бассейн? В ноябре. Ты заинтригована, не так ли? Убийство вашей героини произойдет где-то в середине фильма. Как вы собираетесь снимать сцену в душе? Этот вопрос потому, что просто отсюда и вверх я не очень-то и мальчик. Почему надо ждать полфильма? Убей ее на минуте 30. Ух ты! Почему вы позволяете ему снимать такую безвкусицу? Не переживай, ты так, дорогая. Это всего лишь кровавое кино. Больше страха! Больше! Энтони Хопкинс. Я замужем за человеком, одержимым убийством. Фильм не разрешат в этой стране. Покажи мне что-либо из проклятого метража сейчас же. Я под тяжелым прессом из-за этого фильма, и, по крайней мере, ты могла бы оказать мне свою полную поддержку. Да мы уже дом заложили. Хелен Миррен. Я твоя жена. Я праздную с тобой, когда критика хорошая. Я плачу с тобой, когда критика плохая. Я смирилась с тем, что люди смотрят сквозь меня, будто я невидимка, поскольку все они видят лишь великого и славного гения, имя которому Альфред Хичкок. Чем все закончится? Я обещаю вам, что не расскажу. Хичкок. Ах ты, негодяй, да тут же нагота. Но у нее довольно большая грудь. Не заснять ее было бы кощунством.